финале городских соревнований 18 семейных команд. Они показали лучшие результаты на этапе районных состязаний. Среди участников семья учителя физкультуры Руслана Зайдулина, которая впервые прошла районный отборочный этап и теперь борется за победу. Все занимаются спортом по мере возможности. Я в футбол играю, жена легкую атлетику занималась, здесь во дворце бегал. А сын ходит на футбол, на баскетбол. Младшая у меня доченька в детском саду. Когда как раз подрастет, думаю, может быть, и в первом классе тоже начнем участвовать с ней. Для детей и взрослых организаторы соревнований «Моя семья – спортивная семья» подготовили увлекательную программу. Надувные пятипарные лыжи, забег сумоистов, мини-гольф, скакалки, полоса препятствий, гладиаторский бой, беличье колесо. Для многих участников именно оно стало самым сложным испытанием. Организатором соревнований выступил Департамент физкультуры и спорта администрации Самары. Это ежегодное мероприятие, на котором собираются как раз наши спортивные семьи. И каждый год они показывают то, насколько они привержены к спорту, насколько они сильны, здоровы и готовы поддерживать спортивный дух нашего города. Здесь появляются новые аттракционы, появляются новые этапы, новые эстафеты. Например, в этом году у нас, если вы там видели, находится новая такая большая здоровая мишень дартс, новые забеги. Всем нравится. Семьи соревновались в двух возрастных категориях – с детьми от 7 до 9 лет и с детьми от 10 до 12. В первой категории золото взяла семья Герасимовых, серебро – Сорокины, а бронзу – семья Арабаджи. Во второй категории победителями стали семья Игошкиных, у них первое место, Фроловы – на втором, и третье заняла семья Валиевых. Всех наградили кубками, медалями и дипломами, а группы поддержки из числа самых близких насладились спортивным зрелищем. Юлия Василькина, Константин Головин. События.